Саш, ты смог продать игрокам сборной Кубы много бутс. Когда это произошло? Это произошло в субботу, где-то примерно в 3-4 дня. И приехал состав сборной Кубы? Да, они приехали командой, выбирали все бутсы, так им для натурального газона нужно было. У них не оказалось своих, поэтому приехали к нам выбрать, сказать, для всей команды бутсы. То есть, а сколько сегодня взяли? 11 или? Да, они вышли 11 пар, то есть на каждого игрока, плюс одни запасные вещи. Какие не взяли себе бутсы? Можешь показать их? Вот, одну пару они взяли бутс DMX, экспоненты Ender Blast 46 размера. Несколько пар взяли Пумы для натурального газона. У нас были Ультра Матч. И несколько пар взяли Crazy Fast 4 Adidas. Сколько они заплатили? Ну, в общей сумме где-то вышло примерно на 100 тысяч. И оплатил РФС, да? Да, оплатил, с ними был российский агент. Он как раз оплатил так, по нему рубли, потому что у них иностранные купюры. Вот, ну, они свои договоры, скажем так. Это... У тебя были какие-то похожие покупки за все время? Ну, похожих только были из знакомых, так, молодежного состава хоккеистов. Наверное, только одежду подбирали и все. Именно чтобы команду, за мой опыт пока нету. То есть, а всего лишь одна пара демикса, да? Ну, одна пара демикса была. Не, не то, что не понравилось, просто нужен был большой размер. Вот, так как из Puma и Adidas настолько большого не нашли, подошел демикс. Но шипы не железные. Шипы у них идут в основном на пластиковой основе. Все на пластике, да, они купили? Да. Угу. Они все идут на пластик. Ну, для натурального покрытия все усилены. Спасибо. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 1007-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или какого-то